Привет, друзья! Вы на канале «Жизнь продолжается». Сегодня у нас 9 апреля, а на улице, смотрите, сугробы. Правда, дворник их уже поразбивал, но все-таки еще не все растаяло. А так хочется на дачу, тем более у меня тут на подоконнике уже рассада вот такая. Вот мои огурчики, которые я позавчера сюда уже воткнула. Видите, ушки торчат. А это у меня что-то почва стала белеть. Белым налетом стала покрываться. И вот я вермикулитом посыпала. Конечно, неплохо бы, наверное, золой присыпать. Но золы нет, пока мы не на даче. Так, здесь у меня, смотрите, как дружненько щеточка появляется. Это у меня цветочки. Лобелия всходит. Так, здесь огурчики. Ну и помидорка. Смотрите, какая мощная. Мощная, мощная. Смеюсь я, конечно. Ну и здесь тоже всходят цветы. Меленькие, меленькие в схожести. Но это ладно. Хочется уже скорее, скорее бы на дачу. Но пока решила перебрать мои вышивки. Опять достала. Давно не доставала. Я вышивки забросила с тех пор, как занялась Ютубом. То есть уже больше 3 лет. Можно сказать, что и не брала в руки. Ну, за небольшим исключением. Кое-что, что внуки начинали чего-то там на даче глядя. Вот. Давно, когда еще маленькие были. Я вот привела в порядок. Вот так, между делом. Ну, а остальное, смотрите, вот тут вот всего полно начатого. И вот эта дамочка у меня недовышита, вот. Это внучка. Да, вот внучка тут начинала, еще маленькая была. Тоже надо довышить. Это монохром. Это я сама начинала, недовышила. Сейчас буду довышивать. Вот, даже тут все как забросила, как сложила, так все и лежит. Но это внучкина работа. Тоже надо будет найти схему, чего она там делала, домик какой-то. Тоже буду вышивать. Ну вот, пока не на даче, а может быть и на даче продолжу. Ну и заодно вам покажу. Это вот работы, которые я до ютубную пору успела довышить. Но осталось привести в порядок, заключить в багет. Ну, или в рамочку какую-то такую. Так, это тут и крестик, и бисер, и все на свете. Восточная красавица. Тоже без рамочки. Санкт-Петербург. Это Питер. Тоже без рамочки пока. И вот такие вот покупала, которыми запасалась. Вот еще одна вышивка ждет своего часа. Ну вот. Ну и все остальное. Вот смотрите, сколько их у меня. Сколько я собиралась вышивать. Так. Здесь мои вышивальные всякие принадлежности. Чего тут только нет. Это вот все остатки от вышитых работ. Тоже очень много я вышивала. Даже не знаю, сколько. Надо будет как-нибудь посчитать. Действительно, я очень много вышила за пару лет, получается. 2-3 года я вышивала. Может быть, расскажу как-нибудь, как я начала вышивать. Ну вот. Ну и заодно вот эти часто спрашивают, какие там вышивки у меня. Особенно, когда прямые трансляции провожу. Видно, видите за моей спиной эти вышивки. И не раз спрашивали, что за вышивки, кто их вышил. Да я их вышила. Вот. Это лента. И бисер здесь есть. И разная техника вышивки тоже. Вот это вот моя любимая работа. Да, в принципе, они все мои любимые. Смотрите, прелесть какая.
А это еще любимее. Осень, дождь. Романтичная такая картина. Сирень. Когда к маме поедем, маме отвезу. Я уже ей дарила сирень бисером, а это будет сирень крестиком. Машенька или Алёнушка, русская красавица. Улетающее лето. Вот каждая вышитая вещь имеет свою историю. И много-много могу рассказывать. Вот эту улетающую... Это я так назвала улетающее лето. Не знаю, как называется. Я как-то еще, когда сама не вышивала, нечаянно увидела в Яндекс.Картинках среди других там разных картинок. И потом, когда начала вышивать, я вспомнила, что где-то в Яндексе видела такую вышивку, долго искала, нашла, схему искала, нет, только вот такую нечеткую картину, нечеткую фотографию, вернее, чьей-то вышивки. Ну и по этой фотографии уже вышила вот такую вот картинку. Она очень романтичная и просится в стихи, правда же? Они же у меня и на даче висят везде. Да, еще тут вот покажу тоже. Вот такой котенок. Голубоглазенький, волшебный совершенно. Как увидела где-то схему тоже, влюбилась в этого котенка. Невозможно же не влюбиться, правда? Прелесть такая. Здесь у меня, узнаете, дача моя. А вот это тоже старая дача. Так, здесь на кухне. Так, свет надо включить. Опять-таки осенний мотив. Здесь деревенско-дачный мотив. Вот такой вот. По-моему, здесь больше нет. Так, здесь у нас чего? А, вот это моя вышивка. Темно. Надо включить свет. Ну, пока видно. Вот такие вышивки. Сейчас свет включу. Вот, солнышко. Здесь забыла я носик вышить. Ну уж потом не стала уже из рамки доставать. Заметила потом. Ну, это так, между делом, как семечки я щелкала. Одуванчики прелестные. Бисер, крестик. А это моя любимая ромашка. Это все в прихожке. Так, ну и здесь. Это вот то, что детишки вышивали, внучки. Не довышили, я их дома довела. Ну и вот здесь вот они у меня висят тоже в память об их детстве. Так, ну и теперь заходим сюда. Здесь вот такая вот вышивка. Уже многие ее видели много раз. Вот такая дама с собачкой. Почти чеховская. Это должна быть здесь вышивка, просто паспорту с рамкой закуплены. А сама вышивка такая, ждет своего часа. Это просто картинка вместо вышивки. Так, здесь у меня вот такая вот, такой осенний букет прекрасный. Два раза вышивала. Первый подарила подруге, которой очень понравился этот букет. Ну, а потом самой тоже он нравился. Ну, вот и еще один потом позже вышила для себя. Ну, а на этой стене у меня... Так, здесь видите фрегат такой, парусник. Ну, и рядом алые паруса. Здесь у меня еще другая вышивка была. Именно соль ждет алых парусов. Но знакомый выпросил себе, подарила. Так. Ой, это лампа, это у меня вышивальная лампа. Вот такой монохром. Дама в зеркало. Шляпка. Это по рисунку Нади Рушевой. Вот такая вышивка.
И опять-таки, каждой из этих вышивок, почти каждой, у меня есть стихи. Ну, например, вот к этой вышивке тоже есть. Ну и еще много-много вышивок. Просто сложены есть на полочках. Если интересно, потом покажу. Ну, а вот здесь вот я уже себе опять-таки место почти приготовила. Тут сейчас приду, сяду. Сережа пока уехал в шахматы играть. Ну, а я здесь повышиваю. Неприметной точкой золотистой, затерявшейся в осенней кроне, я одна из сотен тысяч листьев на деревьях под твоим балконом. В ночь, когда дождинки хлещут косо, струями сбегая вниз по крыше, в жалобы листвы многоголосой, ты мой тихий шепот не услышишь. И когда резвится солнце лучик, в изумрудно-медной круговерти, выпрыгнув случайно из-за тучи, ты мое свечение не заметишь. Но, быть может, как-то в тусклый вечер остановишься под голым кленом, а меня, сорвав, закружит ветер до щеки твоей на миг дотронув.